Я не верю, что у кого-то из нас есть мечты, данные нам не для того, чтобы притворять эти мечты в жизнь. Если ты чувствуешь, что можешь дать что-то, если чувствуешь, что твой исключительный талант стоит того, чтобы его развивать и заботиться о нем, то нет ничего, чего бы ты не смог достичь. И я аплодирую вам за ваши мечты и за ваше стремление к мечте. Я аплодирую вам за веру в себя, потому что это и есть главное в жизни. Тянуться и бросать вызов, искать пути усовершенствования самого себя. Иметь мечту — это не просто возможность, а необходимость. Необходимо идти к тому, что ваше в этой вселенной. Логическое и практичное мышление говорит: «Сегодня у тебя не получится». Но если вы хотите добиться неограниченных результатов в своей жизни, жить мечтой и брать на себя ответственность за построение своей судьбы, вы должны быть неограниченной личностью. Пока вы растете, вам постоянно говорят, что мир такой, какой он есть, а жизнь — это просто проживание своего времени внутри этого мира, стараясь не натыкаться на стены слишком сильно. Но такая жизнь очень ограниченная. Жизнь может стать куда обширнее, как только вы осознаете один простой факт. Все вокруг вас, что вы называете жизнью, придумано людьми, которые не были умнее вас. Как только вы поймете это, то никогда больше не будете прежними. Почему люди это делают? Что движет теми, кто карабкается на скалы? Зачем Нельсон Мандела отдал 26 лет своей жизни? Почему люди это делают? Потому что, пускай это тяжело, но оно того стоит. Оно того стоит. Для людей, приступающих к делу, что делает его стоящим усилий? Оно должно быть страстью. Вы должны любить его, и оно должно быть тем, для чего вы предназначены. Вы делаете то, для чего созданы. Вы созданы, чтобы строить, чтобы творить. И никаких «я не знаю, как это сделать». Я не знаю, что у вас за мечта. Меня не волнует, сколько разочарований вы претерпели, пока шли к ней. Но мечта, которая не дает вам покоя, она может стать реальностью. Некоторые из вас уже знают, что это трудно. Нелегко. Жизнь менять всегда трудно. Что в процессе работы над вашей мечтой вы неоднократно столкнетесь с разочарованиями. Будет много неудач и много боли. Будут моменты, когда вы усомнитесь в себе. Вы скажете: «Господи, Господи, почему это происходит со мной? Я просто стараюсь заботиться о детях, о матери. Я не пытаюсь обмануть или обокрасть кого-то. Как такое случилось со мной?» Те из вас, кто испытывает трудности, не предавайте вашу мечту. Сложные времена приходят, но они не приходят, чтобы остаться. Они приходят, чтобы пройти. Величие — это не какая-то высшая, сверхъестественная, иллюзорная, божественная вещь, которую только избранные среди нас удостоятся вкусить. Это то, что в действительности существует в каждом из нас. Вам очень важно поверить, что вы тот самый,